Гости осмотрели центр, посетили биохимическую лабораторию научного парка, пообщались с воспитанниками Сириуса, ответили на все вопросы. Они признались ребятам, что волнительно и в то же время приятно, что все олимпийское наследие функционирует. И это не только спортивные сооружения, но и резко возросший интерес молодежи к спорту. В книге почетных гостей сегодняшние посетители оставили письменные пожелания ребятам. Наверное, это вот та вишенка на торте, там, так сказать, олимпийского наследия, потому что, конечно, это такой самый важный, наверное, самый значимый шаг, там, так сказать, создание этого детского образовательного центра на этой материальной базе, там, так сказать, да, это позволяет сегодня воспитывать талантливых людей, талантливых детей, давать им новые знания, и это, вот я говорю, так сказать, да, наверное, самый важный элемент олимпийского наследия.